Привет, меня зовут Ника. Мне 5,5 лет. Я хорошая девочка. Когда дома мама, папа, я, мы любим обниматься. Я люблю маме делать всякие хорошие сюрпризы. Прям как шпион, чтобы меня никто не заметил. У меня любимое животное пантера, потому что она черного цвета и отличается от других животных. Если бы у меня был миллион, я себе купила огромную пантеру, игрушечную. Меня делают счастливыми мечты. Человек не должен быть плохим и злым. Человек должен быть добрым, хорошим, никогда никого не обижать. Я смелая, я не боюсь ничего. Я когда вырасту, я бы хотела стать дрессировщиком и дрессировать ягуара. Еще я бы хотела дрессировать диких кошек. Я мечтаю поплавать с дельфинами, просто когда я была в Турции, я еще тогда еще маленькая была и боялась с дельфинами плавать. А теперь уже передумала, хочу теперь.